Анатолий Лебедев родился в 1916 году в Петрограде в семье портного. Трудное было время. Голод, разруха и безработица. В большой нужде проходило детство Анатолия. Когда ему исполнилось 8 лет, его отправили в школу. Позже поступил в техникум физической культуры города Куйбышева. Мечтал стать учителем физкультуры в школе или спортивным тренером. В мечте не суждено было сбыться. На последнем курсе, перед окончанием техникума, комсомол вручил ему путевку в Оренбургскую летную школу, которую и закончил перед самой войной. На защиту Родины Анатолий уходил уже вполне зрелым и умелым летчиком штурмовой авиации. Анатолий Тимофеевич принимал участие в обороне Крыма. В разгроме фашистов под Сталинградом есть крупица и его боевого труда. После Сталинграда – Кубань. В одном из боевых вылетов в феврале 43-го года зенитный снаряд перебил на самолете Лебедева трос, и машина, потеряв управление, врезалась в землю. Анатолий Тимофеевич оказался в госпитале. У врачей было мало надежды на выздоровление летчика, но он через несколько месяцев был снова в строю. Анатолий Тимофеевич Лебедев – старший лейтенант гвардии, заместитель командира авиационной эскадрильи 43-го гвардейского штурмового полка. За проявленный героизм и мужество в боях, за умелое вождение авиагрупп, произведенных 104 боевых вылета, за уничтожение вражеской техники, складов с боеприпасами, живой силы противника, сбитые самолеты в воздухе и на земле, удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Лебедев жил в станице Ладожской. Однако тяжелые фронтовые раны давали о себе знать. В начале 48 года был положен в госпиталь Симферополя, где 26 февраля того же года скончался. Именем героя названа улица в станице Ладожской, а в 2019 году имя Героя Советского Союза Анатолия Тимофеевича Лебедева было присвоено МБОУ СОЖ номер 20.